Для приготовления запеканки из кабачков с мясом нам понадобится 1,5 кг кабачков, 1 лук, пучок укропа, 800 г филе куриных бедер, соль и черный молотый перец по вкусу, 1 чайная ложка сухого чеснока, 2 яйца, 100 г сметаны для смазывания, 200 г сыра. Натираем кабачки на крупной терке. Перекладываем их в большую емкость, посыпаем солью и перемешиваем. Даем постоять 10 минут. Тем временем режем мелкими кубиками лук. Нарезаем укроп. Филе куриных бедер режем на большие куски и перемалываем на мясорубке. Куриный фарш солим. Посыпаем черным молотым перцем. Добавляем сухой чеснок, нарезанный лук. Все перемешиваем. Кабачки дали сок, поэтому тщательно их отжимаем. Весь сок сливаем, он нам больше не понадобится. Соединяем фарш с кабачками. Добавляем укроп. Яйца. Черный молотый перец. Все тщательно перемешиваем. Форму смазываем маслом. И выкладываем в нее полученную массу. Все разравниваем ложкой. Сверху смазываем сметаной. Запекаем 35 минут при 180 градусах в разогретой духовке. Тем временем натираем на крупной терке сыр. Достаем по прошествии 35 минут запеканку и посыпаем сыром. Отправляем еще в духовку на 15 минут. Готовую запеканку режем на порционные куски и выкладываем на тарелку. Приятного аппетита!